Мне вот что интересно. Мне интересно, когда люди начнут хотя бы... Я никого не обвиняю, но мне интересно, насколько откровенное преступление должен совершить Путин. Я никого не обвиняю. Но насколько это откровенное должно быть преступление, чтобы люди хотя бы начали задумываться? Убийство Немцова? Да нет. Гибель Леха Качинского? А-а-а. Мне иногда кажется, что даже если Путин выйдет на улицу с оружием в руках и застрелит прохожего со словами «Смотрите, это я, Путин, стреляю в прохожего», люди подумают: «Да не». Это не Путин. Ну, очевидно. Это же двойник. Мне всегда веселила эта теория о том, что нами управляет двойник Путина. Мне кажется, что Путин... Все же видели эти видео, да? Что на самом деле это двойник. И мне кажется... Я думаю только о том, как наверняка сам Путин расстраивается, когда смотрит эти видео. Типа, блин, я просто старею. Отстой. Алина, иди сюда. Иди сюда быстрее. И она такая. Да, Путин, я здесь. Что такое? Кого сегодня мы убьем? Это единственный кусок концерта, который выйдет только через 20 лет после самого концерта.